Менше трьох років це вважається, що молоді, да, на тих? Ну, ось там проходить кітохімічні, я не сложно це об'яснити, йдуть кітохімічні процеси, коли там якісь заміщення, там молоді спирти, чому коньяк менше трьох років не може бути? Вообще запрещено це робити. А от такой, представляете себе, напиток из черешни, натуральный, который выдержится в бочке там, 10 лет. Конечно, его... Хорошо, а это что пропадает в садках? Эти люди нас не переробляют, просто выкидают? Не переробляют, потому что, понимаешь, вот в чем понимаешь, вопрос. Для того, чтобы получить лицензию вот на это, угу. 2 года. А на то? Я бегал. А на то просто жизни не хватит. Не хватит. Там и пожарные, и те, и другие. Ведь я тебе скажу, чтобы я тебе показал сейчас, какую отчетность мы должны вести, якобы, которая была утверждена в 1953 году. Я должен привести... Это еще за Сталина? Откуда... Еще за Сталина. Это же мое, это же не государство. Это было государственное. Мерники. Монополия была. Да. Спирт, куда ты дел спирт, какая разница. Возьмите контроль. Вот так есть акцизная марка, хотя я ее сейчас собираю. Ты продал, поймал меня, что я без акцизной марки, вот и все. Не там такие, блядь. И никто ее не видит, потому что практически это ввести невозможно. Вот такая вот папка документов. С какого места я привез виноград? Сколько я с него выдавил сока? Сколько я жмыха выкинул, утилизировать по акту, кому я его отдал, как я его закопал, блин, такая херня. Но все равно вы этим занимаетесь, все равно вы этим живете. Нет, мы это не ведем, я тебе скажу, что очень либерально к нам относится. Оно никому не надо, все это понимают. А? Мы вас хотим так. А, да? Запечатлеть. А как зовут этого товарища с бочкой? Ну, ты знаешь, что когда я его делал, то пришел ко мне этот художник, скульптор, угу. И принес мне такую... Подборку, там, да? По пахе такой, знаешь, и в усов такие. Я говорю, нормальный бахус, только в нас бахуют похож на грузин. А вот как, я одел сванскую шапку, и он меня сфотографирует. Теперь все говорят, что он на меня похож. Это фактически вы? Да. Только моложе или старше? Ну, наверное, моложе. Моложе, да? Он уже стоит лет 10. Но у него животное рабочее, чем у вас. Это я сейчас похудел. Это airbag впал, да? То да. Все на карантине, наоборот, поправились, а вы похудели? А я похудел с сезонной диеты. А какая диета? Ну, кето-диета я сейчас. Я вот за последние 2 недели сбросил 4 килограмма. А в чем секрет диет? Углеводы они. Углеводы, не, да? Не кушать, да. Вино пить можно? Вино пить можно, ну не в таких количествах, как я обычно пью. Нормально это литр вина. А так... Сейчас у вас какой оптимальный вес у твой? Вот я сейчас вешу 100 килограмм, а мне бы надо было килограмм 10 еще. Еще 10, да? Ну еще сезон, сейчас побегаете весной, да, и все да. Будет хорошо. Да, развернуть надо. Да, я вот потому смотрю чем-то, чтобы развернуть прапор. Чтобы у нас специальная балка, чтобы красиво все это было. Это ваш герб, я так понимаю, на бочке, да? Да. Сейчас я вам расскажу про герб. Прапор Украины разгорнутый, и зараз грузинский прапор разгорнем. Ой,